Особенно отвратительными были Гэ и Шоа. А на Ютубе очень много роликов, где грамотные водители дерзко разговаривают с гаишниками. Давайте представим одного из таких водителей, только что остановил инспектор. Так, значит, я установил себе видеорегистратор, выучил все ПДД, весь гражданский кодекс, и сейчас я эту свинью просто урою. Сержант Ерош... Причина остановки! Причина остановки, я спрашиваю! Документ! Документ, по которому я должен показывать свои права! Почему? Ну что, теперь боишься меня? Конечно боюсь, вы же безбожник, иконки выкинули. Поздравляю!